Ребята привезли свою любимую Сонечку после операции. Вот, двигает лапками. Вот она вот просыпается потихонечку. Не поймет, что с нею. В общем, мы ее стерилизовали и удалили на передних лапах когти. Потому что после того, как не стало нашей Сильвы, вот полгода назад характер у кошки изменился. Она очень ее любила. Они очень дружили. Вот она стала драть нам все углы в прихожей, нервничать. В общем, она заменила нам нашу собаку. Хотя она живет у нас уже 6 лет. Она начала нас встречать, когда мы приходим. Откуда-то она уже сидит, как собачка ждет нас возле порога. Ну, в общем, пришлось нам это сделать, потому что каждый год и на год по 2 раза колоть ей уколы, чтобы она не гуляла, мы не стали. Очень жалко ее. Она 2 раза нам приносила котят, 1 раз 7, 2 раз 5 котят. Котята были чудесные, прекрасные. Все разошлись. Ну вот, больше мы не стали ее мучить. Вот она лапками-лапками начала двигать, да? Да. Язычок у нее вот высунут, глазки у нее открыты. Вот 12 часов она будет у нас. Да, ну вот у нас что, когда делали операцию, что доктор сказал, Викушок? У нее нашли в мышцах пулю. Пулю нашли, представляете? Офигеть, какой или кто-то, кто в нее стрелял, даже неизвестно. Да, так... потому что мы же кошку взяли с улицы. Да, она у нас не просто где-то мы там этот ее купили или кто-то нам дал. Мы ее увидели в подвале, она там была худая, страшная, грязная. И дедушка принес ее, да. И мы ее так полюбили, она первые 2 дня вообще спала в лёжку. Такая умница. Да. Никого не беспокоит, по ночам не кричит. Ой, 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 лапками, лапками она. Лапка, ты посмотри, а. Веника, я правда есть. Дуба, ты кошка. Ну, в общем, мы решились на это. Я знаю, многие противники, чтобы делать эти операции. Но что делать? Зачем же мучить животное? Эти уколы до хорошего не доводят. Моя хорошая девочка такая, умница. Она бедная перед операцией 14 часов ничего не ела, не могла понять, почему ко всем ходит, просит, лапкой трогает, дайте покушать, дайте покушать. А никто ничего не ел, только пить можно было. Ну, ничего, еще она покушает. Мушки на макушке, красавица наша. Ага. Да? Да. Все мы ее любим. Да. Красавица. Все, вроде успокоилась немножко. Глазки что-то там пытается закрыть. Ей чем-то глаза помазали специально. Ну все, пускай спит, будем наблюдать. Положили ее здесь на кухне, чтобы на глазах она была. На твердое сказали не ложить никуда. Ни кресла, ни кровати, ни диваны. Должно быть твердая поверхность. Ну, в общем. И прямая. Дай бог, все будет хорошо. Больно, конечно, лапкам будет первое время, но ничего. Пытается встать, ясно? Кошечка, на животе. На животик легла, ты да? Что? Тебе нельзя вставать. Она этого не понимает, Викулек, что ей нельзя вставать. Блин, мой муж был на телефоне, чтобы... Там мы говорили, и он переводил на кошачий, да. Чтобы она нормальная. Могла сказать, да? Люди, что вы со мною сделали? Нет, чтобы она поняла и вот так, чтобы там телефон сказал голосом кошки. Ой, кошечка, кошка, ты собираешься нас... Злиться? Голос там что-то... А больно? Да. Угу. Злится, да? М-м-м, как кошки, знаешь? Так. Ничего, посмотрит. Нет.
Смотри, да? А, лежал, услышал, как она там плачет, мявкнул и подошел. Да. А, да, красавчик. А, красавчик. А. Что она там? Плачет, да? Плачет? Все. Гляньте, какой кот живет в ветеринарной клинике. Красавчик. Хозяин здесь ходит везде. По всем этажам. Утренний мацион. Кошку привезли свою, там ее обрабатывают лапки, шов. Ага, услышал. Скажи, ага. Что она там так кричит? Да? Ух ты, ух ты. Нет, она не вылезет. Видишь, в закрытой сумочке сидит. Сидит там наша Соня. Да? Не. Валя зовут, как называется кошка, видите? Нюхает ее. Нет, скажи, не достанет. Закрытая сумочка. Нервничает, нервничает. Ну вот, ребята, прошло 2 недели. Уже дней как 5. Все зажило у нашей Сони. Лапки прекрасно себя чувствуют. Все процедуры делали. Одна лапка, правда, правая, у нее чуть-чуть не заживала. Но мы ее повезли. Доктор посмотрел. Сделали укольчик, обработали. Привезли домой. И вечером сняли повязку. И все. День-два, и у нее все прекрасно. Остановилась, да, Викушок? Mm-hmm. И Коля сидит, гладит ее. Так что операция прошла удачно. Можно сказать, успешно. Да, она прекрасно себя чувствует. Соня. Красавица. Вот у нас с Викулей. Сидит в кресле. Мультики смотрит, да? Вот такая наша кошечка. Удалили мы ей когти. На передних лапках. Вот они сейчас, видите, такие чуть-чуть голенькие. Ей обстригли. Сейчас они уже обрастают. Вот сейчас... Стерилизовали, да? Вот тут вот видно немного... Тут зеленая шерсть, а тут нет. Ну, это специальный такой раствор. Это ей... Да, 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 ей обрабатывали. Я нитки вижу. Ничего, прекрасно. Ходит, бегает, прыгает. Скачет. Да. Сонь, покажи свою мордочку. Да, покажи, ребят. Наша любимка. Так что все прошло прекрасно. Удачно. Да. Да? Пока-пока. Пока-пока. Мяу. Якушок. Пока-пока. Мяу. 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 Мяу-мяу. Угу.